С нами на связи Сергей Асланян, российский журналист, автомобильный эксперт, радиоведущий, ведущий программ канала «Ходорковский лайв». Сергей, приветствуем вас в эфире «Freedom». Добрый вечер. Здравствуйте, рад вас видеть. Ну и буквально вопрос встречный. Вы можете себе представить, как российские депутаты пересядут на «Лады», «Москвичи»? Значит, поскольку мы это услышали, так или иначе, имея отправной точкой данного разговора самого Володина, то не нужно забывать, что Володин понятия не имеет, как выглядит страна, в которой он якобы живет. Он не очень знает, что происходит за пределами Московского княжества, поэтому, когда он вдруг апеллирует в том числе к какой-то сборке и говорит о том, как именно будет выглядеть конфигурация будущего автовладения, то он немножечко пребывает в заблуждение, поскольку от действительности давно уже оторван. И, конечно, российский автопром, который находится в кризисе, он процветать не будет, даже если вдруг взять и бросить в бой последний резерв, а именно депутатов Госдумы. Потому что здесь ведь задумка очень простая. Раньше машины были плохие, потому что им пользовались плохие люди. Сейчас будут хорошие люди пользоваться этими машинами, наконец-то машины будут хорошие. Но в России, конечно же, есть и другие наболевшие серьезные проблемы, кроме как плохие автомобили. Поэтому вылечить «Жигули» — это не первоочередная проблема, не первоочередная задача. В России проблемы с медициной, проблемы с едой, проблемы с одеждой. И уж если так пошла расходная мелкая монета депутатского уровня в народ, то нужно этих людей бросить хотя бы на колбасу, чтобы они подняли качество еды, а не качество потребления автомобилей. Но Володин, он все-таки пребывает как человек на вскармливании в цыковской столовой. И в отношении еды тоже в заблуждении. Цены низкие, колбаса очень вкусная, с автомобилями не задалось. Депутаты не для того рвались во власть, чтобы быть наравне с народом. Подотное население, оно должно четко помнить, что есть водораздел, и четко знать, что законы, как и Бенкендорф два века тому назад объяснял, они пишутся для не начальства, а исключительно для простолюдина. И поэтому здесь не может быть, в принципе, никакого снижение градуса и статуса, и уровня, и качества жизни у депутата. И сейчас, когда Володин заявил, что да, Ленин на броневике, а, соответственно, все население на автомобилях, и во главе их передовой отряд депутатов с красными знаменами за рулем «Жигулей», «Москвичей» и несуществующей «Волги», которая, в принципе, не будет возрождена, то он, конечно же, не знает, что именно сделал Совет Думы. Есть такой очень странный орган, называется Совет Думы. Он единогласно постановил, что на отечественных автомобилях депутаты будут ездить у себя в избирательных округах. Избирательные округа – это там где-то, далеко от Москвы. То есть вот здесь, в Госдуме, они по-прежнему будут ездить на приличных автомобилях. Но здесь есть еще один нюанс. В российскую Госдуму никто никого не выбирает. И нет никаких избирательных округов. Большинство депутатов — это люди, которые попали в Госдуму, во власть, на Олимп. Они попали по партийным спискам. Поэтому никаких округов за ними не числится. И, соответственно, пафос человека, который обещает, что наконец-то депутаты поедут в отечественных автомобилях, он уходит в песок, потому что никаким последствиям это не приводит. И эти люди, они заранее знают, что они не будут на этом ездить. Но здесь есть, конечно же, еще несколько нюансов, которые Володин не считает нужным раскрывать. У депутатов, у них нет своего транспорта. У них есть служебный, тот, который им выдают. Госдума, она тоже не владелец какого бы то ни было автопарка. Она берет их в аренду. Поэтому, когда депутат оказывается в приличной машине, то он разводит руками и говорит: слушайте, ну это служебный транспорт, я здесь при чем? Вот мне что, выдали на работе? Вот мне выдали на работе квартиру, я там живу, так уж и быть. Мне выдали банку черной икры, ну что делать, приходится есть. Мне выдали автомобиль, ну ладно, так уж и быть, я на нем поеду. И вот эти все разговоры о том, что кто-то будет наконец-то как-то потреблять отечественный продукт, они должны у людей, конечно же, восхищение вызвать такого уровня, чтобы наконец-то этих депутатов в эту Госдуму, ну, не то чтобы начали любить, но хотя бы перестали презирать. Смотрите, они вместе с народом, они будут ходить наконец-то в москва-швеевских штанах, они будут ходить в обуви фабрики Струпья-Скорохода, ну, фабрика Скороход, и они будут ездить на москвичах. Конечно же, нет. Тем более, что тот же самый, например, «Москвич», он не совсем автомобиль. Это китайский макет, автомобиль в натуральную величину фирмы «Джак». Собирают ее в Китае, потом слегка разбирают, привозят в Москву, и в Москве накачивают колеса, ставят фары, и это называется отечественной сборкой. По этому поводу тоже за спиной Володина происходит очень серьезная разборка из серии «Что считать отечественным?» И «АвтоВАЗ», могильщик русского народа, он стремится в подковерной борьбе выиграть,
объясняю, что, давайте так, локализация является критерием. Если машина собрана из русских гаек русскими руками, тогда она будет депутатской. А если она китайская, в таком случае мы ее не позволим в качестве потребления дать депутатам. И АвтоВАЗ выигрывает. АвтоВАЗ умеет писать законы в свою пользу. Сергей, вот, кстати говоря, если говорить о действительно составляющих, которые в эти машины включены, то тут же не только с москвичом, я так понимаю, проблемы на Петербургском международном экономическом форуме, например, презентовали новый российский автомобиль «Лада» X-Cross 5, его сборка уже якобы началась на заводе «Лада» Санкт-Петербург, однако, как разобрались автомобильные журналисты, это не новое российское авто, а китайский автомобиль «Фау Бастион Т-77», на нем просто заменили шильдики на лаудовские и предоставили его на форуме. Причем заменили их только снаружи, на руле остался китайский оригинал. В сети даже появилась информация, что АвтоВАЗ разорвал отношения с китайским ФАУ, а также прекратил производство кроссовера «Лада X-Cross 5». Причина заключалась якобы в разногласиях между сторонами, а также невыгодности поставок машинокомплектов в Россию для китайской компании. Тут действительно возникает вопрос, насколько, условно говоря, отечественные машины отечественные, сколько в них процента этого отечественного. И опять же, Китай, насколько ему сейчас выгодно стать вот таким вот импортозаместителем для российского рынка и фактически целые машины поставлять, даже не комплектующие. А китайцы на самом деле ничего не поставляют. Это до китайской границы добегают русские челноки со своими деньгами, которые говорят, слушайте, у вас тут что-то завалялось на складе, дайте партеечку, что это там у вас? Штучек 5 вот этих бестунчиков, и еще 10 штучек фавчиков, и еще там у вас джили, да? Ну, дайте 2 вагона. Все это приезжает в Россию, и после этого объявляется как элемент сотрудничества между Россией и Китаем. Китай, конечно, в этом отношении более осмотрителен. Китай не вкладывает ни копейки, ни одного юаня в российскую экономику. Это все риск исключительно тех российских бизнесменов, кто привык так или иначе чем-то торговать, ну, например, автомобилями, и у них этот зуд остался, а также у них осталась некая привычка все-таки быть причастными к автомобилю, а, например, не к картошке и там не к медикаментам. У них этот рынок, у них есть некое понимание. Но вообще сама по себе ситуация на отечественном рынке, она сводится к тому, что автомобили собирать не из чего. Даже суконно-пасконная Нива, сделанная без единого гвоздя из православной бересты, она и то на 20% состоит из импортных комплектующих, которых ну, некоторое количество еще есть, а в целом, например, АБС уже отсутствует, топливная аппаратура уже отсутствует, это нужно все покупать в Китае. Как только купили китайское, выяснилось, что это 100% брак. Потому что, когда ты покупаешь в Китае какую-то комплектующую, какую-то партию для постановки на конвейер, тебе нужно соблюсти несколько обязательных условий. Первое, это нужно украсть, ну, все-таки там откаты, личная выгода. И второе, это должно быть такого сорта, чтобы при закупочной цене это было одобрено на уровне самого завода. То есть первый сорт не берем, второй сорт не берем, третий сорт не берем, берем восьмой и то воруем. И когда это поставили на ту же самую единственную партию «Лады Ларгус», то вся партия вернулась обратно, потому что она была абсолютно бракованная, по АБС нужно было все это переделывать. Но вот не так давно, на прошлой неделе, Министерство финансов США приняло санкции персонально против АвтоВАЗа, против КамАЗа, против Горьковского автомобильного завода. Но, во-первых, Минфин США в этом отношении показал себя довольно странным, потому что, например, против Горьковского автозавода они санкции первый раз приняли в 2018 году. Видимо, за 5 лет забылось, да? Ну, министр финансов Соединенных Штатов Америки, это такая все-таки бабушка, ей 77 лет, она как Байден не все помнит. Ну, вот здесь она на всякий случай второй раз один и тот же завод внесла в один и тот же список. Но у АвтоВАЗа, вот у Нивы, которую выпускают уже 45 лет, когда только-только ее поставили на конвейер, у нее, например, цилиндропоршневая группа была российская, ну, там, поршневые кольца, поршни, в России умели их делать. Потом разучились. С 93 года поршневые кольца, поршни, шатуны, они американская компания Federal Mogul. Federal Mogul имеет в России 5 заводов. И если, например, у Америки есть желание санкциями покарать автомобильное производство в России, тогда нужно не на АвтоВАЗ замахиваться, а просто взять и свои собственные американские заводы, помогающие России и почему-то работающие в России исправно, остановить и заставить их вернуться на родину. При том, что Federal Mogul делает еще и, опять-таки, цилиндропоршневую группу для КАМАЗов. Поэтому КАМАЗы воюют в Украине при помощи американской корпорации Federal Mogul, которая выпускает очень важные комплектующие для войны. И если это нужно как-то остановить, то, пожалуйста, одним росчерком пера вы останавливаете производство на КАМАЗе и на АвтоВАЗе. Но это говорит о том, насколько уязвим
российский автопром, потому что даже столь важных компонентов, как поршни, поршневые кольца, шатуны, они не делают. Раньше умели, а сейчас разучились. А вот, кстати говоря, это интересный вопрос взаимодействия гражданского автопрома и то, в каком состоянии сейчас, да, и положение военно-промышленный комплекс России находится. Вот опять же возьмем эти заявления. Тут же Медведев говорил, что ВПК там на три смены переходит. Вспомним заявление секретаря СНБУ Украины Данилова о том, что в Тольятти будут собирать, например, шахеды те же иранские. Мы понимаем, что в Тольятти очень крупный завод автомобильный находится. Возможно, как раз и могут привлекать специалистов, либо мощность к военному делу, к обеспечению армии. А тут почему важно сейчас российским властям сохранить вот этот автопром? Почему Володин сейчас с помощью депутатов эти машины рекламирует? Вот какая тут вопрос паритетности вот этой? Ну, во-первых, АвтоВАЗ давно обезлюдил. Там не хватает рабочих на конвейере, там инженеров нет. Поскольку на АвтоВАЗе принято очень хорошо кормиться только верхушки, а народ там внизу должен голодать, то рабочие на АвтоВАЗе и в Тольятти, они закончились. Именно поэтому сейчас создается ВАЗ-ЛАГ. Помните, в те времена гулаговские были лагеря, они имели свои названия. Там Усть-Вым-ЛАГ, Дмитров-ЛАГ. Вот сейчас будет ВАЗ-ЛАГ. Потому что Волжский автомобильный завод договорился с Федеральной службой исполнения наказаний о том, что рабы будут направлены в количестве 3000 человек в ближайшее время на конвейер. На АвтоВАЗе начинают работать заключенные зэки. Естественно, этих зэков, ну, с их качеством работы, могильщик русского народа АвтоВАЗ, это подтвердит свое звание и никому его больше не отдаст, потому что понятно, как работают заключенные. Это люди все-таки без квалификации. Ну и самое главное, что они знают, что они одноразовые, поэтому там нет техники безопасности, нет никакого обучения. И АвтоВАЗ в этой связи из игры выбывает. Никакой гособоронзаказ ему поручить нельзя. Но при этом, конечно же, разворачивается новое производство тех же самых шахедов, дронов, беспилотников. Их мастерят подальше от автомобильных заводов, потому что вменяемых людей на автозаводах очень мало. Ну, тех, кто не забивает резьбовые соединения кувалда, их единицы. Для этого нужно создавать производство с нуля, и ну, в торговых центрах крупных городов вдали от линии фронта как раз сейчас это и происходит, когда вчера там торговали услугами, увеселениями и какими-то тряпками, а сегодня это фабрика по производству тех же самых шахедов. Это совершенно отдельный сценарий, и он в России удивительным образом процветает, потому что почему-то американская компонентная база по-прежнему поставляется в Россию. Американцы разводят руками, и тем не менее они с этим фактом поделать ничего не могут. Почему же автомобильная промышленность России считается во что бы то ни стало обязательной к сохранению? При том, что она умерла, потому что после 24 февраля 2022 года все иностранцы, которые так или иначе были автомобильной промышленностью России, они уехали из России, забрали все свое, выяснилось, что они забрали весь российский автопром. Иномарки очень любят лидер нации. Ему очень приятно, когда у него народ ездит на иномарках. Поэтому любой ценой, в обязательном порядке, во что бы то ни стало, на месте ушедшего автомобильного завода должен быть пришедший другой автомобильный завод. Кроме Китая, на подобную авантюру никто не отваживается, при том, что Китай не вкладывается, Китай попустительствует. Поэтому те заводы, которые якобы сейчас будут выпускать что-то китайское, это российские заводы по выпуску из китайских комплектующих того, что удалось купить. Но самое важное, с точки зрения Путина, страна, которая не имеет автомобильной промышленности, это недоразвитая страна. Ну, Афганистан, например. И если страна имеет автомобильную промышленность, то это, знаете ли, сверхдержава. Америка, например. Ну вот Швейцария не имеет своего автопрома, и, ну, такого серийного, который мы знаем. И в этой связи, видимо, Швейцария, она стоит по уровню развития вместе с Афганистаном. Лидер нации не пересматривает свои позиции, у него очень старые учебники, у него очень старые представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, и он очень любит иномарки. Поэтому то же самое премьер-министр Мишустин во что бы то ни стало считает необходимым добыть дедушке в Кремле в качестве увеселения и вывески титульную промышленность автомобильную и сказать, посмотрите, ну ушли тут какие-то Мерседесы, БМВ, но теперь зато Ютонги и Юлонги пришли. Мы же теперь как Джили тут запустим с какой-нибудь Амодой и поедем и помчимся, бьется пыль из-под копыт. А поскольку дедушка, ну, во-первых, он не умеет пользоваться компьютером, во-вторых, он не читает газет, он получает только рапорты в папочках, а в эти рапорты не попадает автопром, он просто говорит, все нормально. Дедуля, все нормально, автопром процветает. И вот в эту игру они собираются играть еще очень долго, при том, что спроса на это в стране нет. Ну, во-первых, страна немножечко обезлюдила. На фронтах с Украиной некоторое количество все-таки погибло, многие разбежались, платежеспособные. Во-вторых, все-таки страна беднеет. И в-третьих, самое главное, что из-за инфляции, из-за несуразных цен, из-за чудовищной нормы прибыли, этот товар не по зубам. И если раньше
за эти деньги можно было купить себе в топовой комплектации Mercedes, то сейчас можно купить начального китайца. В деревне понятно, что не все умные, но не до такой степени они обезумели, чтобы покупать китайца втридорога в кредит или, например, закладывая в ломбард правую почку. И получается, что заводы занимаются только потемкинской деревней ради того, чтобы в отчете у Мишустина фигурировали какие-то цифры о росте производства, не имеющего потребителя. И для этого приходится придумывать государственные программы, и именно поэтому АвтоВАЗ, сегодня уже упомянутый многократно, борется за госзаказ с тем, чтобы китайцев не пустить и не считать их локализованными достаточно для государственного заказа, для чиновников, для депутатов Госдумы. Поэтому возьмите нас, автовазовцев, мы свои, суконно-посконные, во что бы то ни стало, дайте нам заказ. И тут же пишется впервые в истории человечества специальный закон, представляете, специальный закон, который предписывает, например, таксопаркам России ездить на том, на чем прикажут. Частный бизнес теперь должен спрашивать власти, а вы не изволите нам подсказать, какое количество китайцев нам брать в наш частный бизнес? И правительство пишет распоряжение, сколько китайцев теперь в таксопарке в Усть-Вистюйске должно быть для того, чтобы обеспечить сбыт. А сбыта нет, но автомобильная промышленность, она становится теперь полностью как элемент такого фетишизированного примера экономики, всего-навсего вывеской. Ей хвастаются, при том, что она в который раз уже доказала свою несостоятельность в России. России много чего не дается. Ну, Россия, например, не умеет делать электронику, Россия разучилась летать в космос, и Россия на протяжении столетия, ну, если мы берем за точку отсчета, 1923 год. По 2023 год видно, что России не дано. Это вот то же самое, как в футбол играть. Сколько не покупали иностранных тренеров, сколько допинга не придумывали, какие варианты не придумывали, тем не менее, ну, у России не получается играть в футбол. Ну, вот не дано. Вот автопром то же самое. Не дано, но вывеска должна быть, ее папа любит. Кстати говоря, Сергей, если посмотреть с точки зрения того же потребителя, который сейчас в России владеет автомобилем, автомобиль требует внимания, автомобиль требует иногда ремонта, с комплектующими какая ситуация, с теми же китайцами. То есть, ну, мы понимаем, что это не китайская компания, официально пришла на рынок, можно подобрать какие-то детали. То есть сейчас, возможно, опять же, такое некое возвращение в СССР, когда вот на «Жигулях» на новых приехал, а потом во дворе человек лежит их и чинит все время с гаечным ключом. Китайцы тем и хороши, что они приходят в любую страну на правах оккупанта. У них не стоит задача местное население как-то обеспечивать, поглаживать по головке и кормить. Поэтому все китайские автомобили, которые приходят в Россию, какими бы шикарными они ни были, а у них очень неплохие коробочки, все-таки итальянские дизайны, над обликом их работали, отделочные материалы. Смотрите, 7 USB-портов, 8 дисплеев. Ах, какая машина, она, наверное, и едет хорошо. Она одноразовая. Китайцы не считают нужным делать приличные автомобили. Они умеют. Но они просто не считают нужным, ну, потому что и так сойдет. И под китайские машины, во-первых, нет запчастей и не будет. Во-вторых, под них нет тех регламентов и нету даже подсказок по партномерам, а какую бы запчасть можно было бы сюда поставить, и нету оснастки. И когда некоторое время тому назад один из порталов российских информационных автомобильных взял и ради эксперимента купил тот самый «Москвич», который китайский «Джак», у них, в конце концов, по прошествии 100 метров они отъехали, и выяснилось, а оно не едет, оно не держит дорогу. Поехали к дилеру и сказали, ну, может быть, сход развал. Дилер развел руками и сказал, говорит, а я понятия не имею, какие тут углы установки, у меня вообще аппаратуры нет, у меня нету никакой технической документации, я даже не знаю, что вы от меня хотите. Потом у этой машины сломалась коробка передач, им привезли из Китая эту коробку передач, она заняла как раз половину стоимости автомобиля. Но это был эксклюзивный случай, потому что журналисты добывали себе коробку. А простолюдин в этом отношении остается один на один со своей бедой. Поэтому китайская машина имеет такой же срок службы, как китайский iPhone или китайские часы. Если повезло – полгода. Если не повезло, ну вот ты во дворе лежишь с ней в обнимку, но выпилить по месту лобзиком нужную запчасть не получится. Они слишком витиеватые. Это не «Жигули». «Жигули» были проще. Сергей, к сборке автомобилей «Лада» АвтоВАЗ собирается привлечь мигрантов из Средней Азии, а также заключенных. Об этом сообщают РИА Новости. Первые группы рабочих из Узбекистана уже прибыли на главный завод «Лада» в Тольятти. Всего до конца года к сборке автомобилей планируют привлечь 500 гастарбайтеров. В июне стало известно, что на заводах АвтоВАЗа также могут работать осужденные. Их привлекут к принудительным работам. Причина – нехватка кадров. Ну, об этом вы уже говорили. Летом 2023 года
года АвтоВАЗ нуждался более чем в 1000 рабочих. Так вот, если обобщать от частного к общему, смотрите, зэки – работники автопрома, гастарбайтеры – работники АвтоВАЗа, плюс санкции, плюс недостаток комплектующих, плюс несовершенные комплектующие, как мы уже говорили, из Китая, плюс треть, а то и больше бюджета России сейчас будет, как они называют это перераспределена на нужды военно-промышленного комплекса. Давайте нарисуем картину улицы какого-то среднестатистического российского города, вот в плане автомобилей, ну, на ближайшую пятилетку, скажем так. Это усредненная улица, до горизонта выстлана старыми «Фольксвагенами» и праворукими «Тойотами», потому что за ними уход. Они как раз чуть попроще. Выпиливать лобзиком есть что. Уже не в первый раз они это сделали. Поэтому Россия приходит к своему привычному состоянию донашивания того, что есть. После того, как она докурит, доест и доносит, тогда придется выпиливать что-то новое. Но вот этот весь вал китайщины, подделок и контрафакта, он не для населения, поэтому рассчитывать на то, что здесь будет хотя бы какая-то минимальная потребительская попытка что-то купить, он, конечно, абсолютно несостоятельно. Но здесь, как и было в фильме «Кин-дза-дза», правительство родной на другой планете живет. Поэтому правительство, которое принимает любые решения, оно понятия не имеет, как живет страна. Страна донашивает. Сергей, огромное вам спасибо. Как всегда, это было достаточно информативно, достаточно интересно. И более всего, это вот ваша ирония нам очень импонирует. Будем всегда рады видеть вас в эфире телеканала Freedom. Сергей Асланян, российский журналист, автомобильный эксперт, радиоведущий, ведущий программ канала Ходорковский Лайф, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.